Привет! Привет! Сегодня с Дашенькой будем изучать овощи и фрукты, да? Сначала на карточках, а потом смотреть овощи и фрукты, которые у нас есть. Так, это что у тебя? Покажи. Ананас. Баклажан. Ананас. Это что? Это овощ. Правильно. Дальше. Это и инжир. Это фрукт. Сладкий он, ты правильно. Дальше. Что это? Это лайм. Да? Это фрукт. Из семейства цитрусовых. Он кислый. Кислый, да. Это ежевика. Это ягода, да? Это тоже. Что это? Фрукт. Да. Да. Оно тоже очень боязное. Вот. Лук. Это что? Это овощ. Правильно, молодец. А жамбуда. Да. Дальше. Это хурма. Это фрукт такой, доченька. Хурма. Фрукт. Это то, что ты не любишь. Гриб ты не ела. Грибы деткам нельзя кушать. Чему? Это тоже с лосом? Да, это для взрослых. Ложи гриб к овощам. Где у тебя овощи? Молодец. Не упал. Помидор. Это овощ, конечно же, да? Молодец. Дальше. Свекла, да? Свекла. Ее добавляют в борщик, который ты очень любишь. Это что? Овощ. Правильно. Умница. Дальше. Ягода. Покажи, мне не видно. Это гранат, ягодки, граната, фрукт. Правильно. Умница. Молодец. Лимон, yeah. Да? Это цитрусовый. Вот у тебя есть лайм, вот он. А это его семья. Лимон, да? Слаживай рядышком. Вот так, молодец. Типа, это его семья. Семья, да. Это папа. Это мама. Да? Супер. Дальше, что там у тебя? Тыква. Тыква, правильно. Ой, это манго. Фрукт очень вкусный, сладкий. Да, правильно. Кабачок. Это овощ. Да. Дальше. Горох. Горох. Тоже овощ. Да? Дальше. Патиссон. И семейство цукини, кабачка, да? Ложи их, пожалуй, к овощам. Молодец. Это у тебя что? Что это, как то? Брокколи. Брокколи, правильно. Цыпутова, это брокколи. Брокколи, это что, овощ или фрукт? Как думаешь? Думаю, это овощ. Правильно. Кукуруза. Кукуруза. Я все знаю. Да, ты умница. Я знаю, это овощ. Хорошо, ложи к овощам, пусть будет. Дальше. Капуста. Капуста. Это что? Овощ или фрукт? Овощ. Правильно. Дальше. Морковь. Морковь. Это что у нас? Овощ или фрукт? Овощ. Правильно. Дальше. Это? Что это? Перец. Болгарский сладкий перец. Я думала, ты знаешь. А, ты меня решила проверить? А, это овощ. Правильно. Либо. Помидор. Помидор у нас овощ. Овощ. Куда ж ты ее положила? Карточку. Там, вот так. Грейпфрут. Это фрукт. Вот. Фрукт. Угу. А это? От
Огурец. Огурец. Огурец что? Подумай, вспомни, что такое огурец? Это фрукт или овощ? Будет овощ. Правильно. Пусть будет правильно. Молодец. Так, карточки мы разобрали. Так, а теперь давай доставать, да, пластиковые, смотреть, что у нас там есть. И раскладывай, если получится, возле карточек. Они одинаковые. Одинаковые, да, ты права. На карточке ищи. Молодец, рядышком слаживай. Вот так. Дальше. Груза. Угу. Дальше доставай, что там у тебя есть. Кукуруза. Кукуруза. Где у тебя на карточке кукуруза? Умница. Они тоже издевательные. Да. Фрукт. Фрукт. Только карточки такой нет. Поэтому ложи его просто вот отдельно, да? Дальше. Брокколи. Брокколи у нас очень полезный и вкусный овощ. Да? Да? А еще один... Мама, осустит. Где у нас на карточке есть брокколи, а ну? Брокколи. Ой, они тоже едиватные. Дальше. Капуста и мадоза есть. О, и капуста у тебя тоже есть, да? Овощ. Они тоже едиватные. Тоже одинаковые, да. Большая. Это апельсин. Апельсин у нас цитрусовые, да? Фрукт. Да. Правильно. Карточки. Они тоже едиватные. Конечно. Карточки у нас апельсина нет, но грейпфрут, апельсин, мандарин — это все из одного семейства. Пусть лежит возле грейпфрута. Это груша. Куда ж ты грушу положила? На киви. Вот, молодец. Но киви нету. Есть, я думаю. Ты, наверное, уже забыла. Смотри, что там тут у тебя. Нету киви. Я забыла. Нету киви. Да. Ну, поищи, посмотри внимательно, что там у тебя еще в корзиночке есть. А, есть киви! Есть! Конечно же, есть киви. Вот, молодец. Груша. Еще груша. Ложи возле первой, да? Так. Дальше. Помидор. Они тоже едиватные. Бананы. Бананы. Правильно, молодец. Одинаковые. А, я знаю, это... Это фрукт. Фрукт. Да? Тут... Ягода. Ага, ягода. И мотостя нет, ягоды. Тут такого нету. Значит, ложи возле крамбла, да? Теперь, и мы будем знать, какие карточки а нам еще нужно сделать, чего и у нас нет. Есть, а моста. Есть морковка? Вот она. Замечательно. Они тоже едиватые. Да, ты права. Это кукуруза. Ой, еще большой кочан кукурузы есть, да? Молодец. Они тоже едиватые. Конечно. Она злодая, она тоже злодая. Угу. Я стою. О, еще две груши. Перестала мода. Много груш. Можно прям варенье готовить, да? Я люблю варенье. Да. Киви. Еще одно киви. Еще киви. Так. Они тоже обе зеленые. Правильно. Они тоже одинаковые. Одинаковые. Монетки еще. Это что? Еще. Мандаринка, да? Да. Да, вот сюда, в семейство. Они правильно, к цитрусовым. Опять адват. Еще виноград. Вот у тебя здесь виноград лежит. Ты ее встала. Два. И моя два. Еще один перец. Еще один перец. Ой, вот это у тебя перчиков, да? Много салатов можно сделать. Супер! Ты запомнила хоть немножко? Угу. Всем пока! Пока!